Приветик, друзья! Решила записать вам эту видеоблагодарность за то, что вы, за ваши пожелания, за ваши поздравления, которыми вы меня осыпали в социальных сетях, в смс-ках, телеграмах, в звонках, в общем, со всех сторон, некоторые даже лично в мой день рождения. Очень приятно. И, конечно же, я желаю, чтобы и у вас все было настолько же прекрасно, как вы мне пожелали во всех этих поздравлениях. В этом году у меня очень необычный день рождения. Обычно я где-нибудь в путешествиях, в горах, в морях и так дальше. А так как во время предыдущего года я как раз год у меня был перемен, переосознаний, гибкости определенных принятий решений. И, наверное, впервые я вот действительно не могу вспомнить, когда у меня было такое, чтобы я отменяла поездку в последние, можно сказать, даже часы. Вот в этом году у меня так произошло, и оказалось, что я приняла решение никуда не ехать в день рождения, буквально за несколько часов уже до выезда, когда уже практически все было собрано. Поэтому у меня было больше времени быть в интернете, отвечать на ваши поздравления и получать, то есть больше поздравлений. Если обычно я эти поздравления читала уже позже, то вчера вот они поступали, и прям как в детстве, знаете, с каждой минутой, каждый час ты все больше и больше вдохновлялся тем, что как же все-таки хорошо, что ты родился, и как же все-таки хорошо, что есть настоящие люди, которые через время, через расстояние остаются, уделяют какие-то минуты для того, чтобы передать свои поздравления. Особенно приятно, конечно, когда это поздравления написанные, сказанные именно от души, не просто откуда-то. Хотя даже если поздравление взято откуда-то, если вы его ассоциировали со мной и решили это пожелать, в любом случае вам я вас благодарю за ваше внимание. И, конечно же, желаю, чтобы и у вас все было классно, чтобы вас окружали настоящие искренние люди, с которыми вам приятно находиться, и чтобы с каждым днем, месяцем, годом отношения с вашими настоящими друзьями укреплялись, и чтобы вам и через долгие следующие годы вам было комфортно вместе. Еще раз спасибо вам большое. Я вам желаю всего самого доброго, лучшего. Пусть у вас всегда будет счастье, и пусть всегда у вас будет гармония в душе. Благодарю вас. На связи с вами была Ольга Барабанова, ваш друг. Пока-пока.